بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين أما بعد فنتابع درسنا من كتاب الحقوق والواجبات على الرجال والنساء لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى مع تقديم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. Значит, дозволением Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля, мы с вами продолжим свои уроки из книги «Аль-хукуку валь-ваджибату аля-риджали валь-нисаи филь-ислам», то есть права и обязанности мужчин и женщин в исламе, автором которой является шейх Аллама Раби ибн Хади Умайр аль-Мадхали, да хранит его Аллах Субханаху ва Та'аля. И в начале этой книги есть еще предисловие уважаемого шейха доктора Салих ибн Фаузан ибн Абдиллах аль-Фаузан хафидахуллаху та'аля. Мы с вами, с дозволения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля, предисловие шейха Салиха хафидахуллах прочитали, также предисловие шейха Рабиа ибн Хади Умайр аль-Мадхали тоже прочитали. Также мы прочитали «Халя ннаси» или «Халю ннаси кабля ль-Ислами ва халю ль-Мар'а» — состояние или обстановка людей до ислама, то есть народ до ислама, какое состояние имел, нам. И особенно женщина, какое состояние имела до ислама, нам. Потом в прошлых уроках также мы с вами говорили, что такое ислам, а что сделал ислам для женщины из хорошего. Альхамдулилля, мы благодаря вот это труди многоуважаемого шейха, хотя здесь очень коротко разъяснено, так как сам шейх говорит, здесь коротко сказано, и еще раз будет это слово шейх говорит, что на все эти вопросы я в главных вопросах или проблемах женщины отвечал, говорит, женщины, которые они собрались в одном клубе, значит, со своими невежественными требовали кое-какие требования, которые они на самом деле не правы, баракаллаху фикум. Альхамдулилля, мы с вами ознакомились, ислам какую честь дал, какое уважение дал для женщины. И потом, вслед этого, мы с вами прочитали такую тему «Вамин аль-ваджибат аллати тахтассу» или «тахуссу риджаль» — некоторые обязанности, которые только мужчинам касаются, такие как джихад, коллективный намаз в масджидах, баракаллаху фикум, джум'а, и расходовать, например, одевать, например, обеспечить жену жилье, это все входит в обязанности мужчин, баракаллаху фикум. На. И четвертое, то, что тахуссу риджаля только мужчинам касается, это таквинуль джуюш, создать армию. Потому что армия с давнейшего времени до нашего времени, баракаллаху фикум, всегда создавали из мужчин, а не из женщин. Да. Сегодняшняя тема, баракаллаху фикум, шейх говорит, хафидаху Аллаху Та'аля, «Ва мин аль-хукуки аль-машру'ати аллати фуддила фиха ар-риджалу аля-ан-ниса». Огромная просьба. Хорошо и внимательно посмотрите и следите то, что я вам читаю по возможности, и новые слова. Хотя кое-какие слова я окончание может быть ошибаюсь, баракаллаху фикум, а слова точно, иншаллах,
вам скажу, как сказано в словаре или в термине баракаллафикум. Не все слова они подходят по словарю. Иногда придется его растолковать другими толкованиями. Понятно, да, это что за тема? Тема говорится «Ва мин аль-хукук аль-машру'а». Машру'а – это то, что в шариате указано. Некоторые права, которые в шариате указаны, да, которые, например, благодаря вот эти права, мужчины получают предпочтительность получают, достоинство получают, чем женщины. Понимаете? Сейчас, баракаллаху фикум, с точки зрения шариата, шейх нам рассказывает, почему мужчины, чем женщины, или, скажем, благодаря каких права мужчины получали или получают, что предпочтение, чем женщины. Первый из них, баракаллаху фикум, это «Аль-Кавваама». «Аль-Кавваама». Слово «Кавваама», баракаллаху фикум, очень много смысл имеют, как руководитель, как вождь, баракаллаху фикум. И здесь речь идет о попечительство, да. Где Аллах Субханаху ва Тааля в суре Ан-Ниса, 34 аяте говорит: «Ар-риджалу кавамуна аля-ниса, бима фаддала Аллаху ба'дахум аля ба'д, ва бима анфаку мин амвалихим, фас-салихату канитатун, хафизатун лил-гайби, бима хафиза Аллах». Если внимательно посмотреть, баракаллаху фикум, в этом аяте очень много мудрости есть в этом, очень много выводов можно брать, баракаллаху фикум. Аллах Субханаху ва Тааля, это его слова, баракаллаху фикум, говорит: «Ар-риджалу кавамуна аля-нисаи бима фаддала Аллаху ба'дахум аля ба'д, ва бима анфаку мин амвалихим». Мужчины являются попечителями женщин. Посмотрите, кто является? Мужчина является чем? Или кем? Попечителем или как руководитель для женщины. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля дал одним из них преимущество перед другими. Бима фадлахум. И он знает, кто преимущество имеет, кто достоин, чтобы быть руководителем, мужчина или женщина. Поэтому, баракаллаху фикум, раз, значит, Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что мужчины являются попечителями женщин, причину говорит, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими. Значит, мужчина имеет кавама, попечительство, или, скажем, предпочтение имеет, баракаллаху фикум. И потому что они, то есть мужчины, расходуют из своего имущества, из своего кармана, понимаете, баракаллаху фикум. А здесь мужчины есть, которые всегда мечтают, чтобы жениться на богатую женщину, чтобы она расходовала. Нет, баракаллаху фикум, нет. В то время ты, мужчина, имеешь такой честь, такой фавл, да, цену имеешь, когда ты сам расходуешь, потому что это твое обязанность, так как внизу говорит еще. Да. И потому что они расходуют из своего имущества. Дальше посмотрите. Иногда бывает, баракаллаху фикум, что мужчина должным образом не может обеспечить жену чем, например, вовремя едой, например. Понимаете, 100% не может. Не может каждый день, например, 2-3 раза для жены там, например, давать курица всегда готовый там, или, скажем, шашлик, да, постоянно мясо не бывает, баракаллаху фикум. Или, скажем, не постоянно бывает, что мужчина богатый, что постоянно покупал дома, всегда ситые были, баракаллаху фикум. И не всегда может мужчина, баракаллаху фикум, обеспечить жену то, что она хочет из одежды, так как и другие женщины одевают, богатые, семья и так далее. И также, баракаллаху фикум, не каждый мужчина имеет возможность, чтобы обеспечить жену такое жилье, например, вообще многоэтажное, там со всеми удобствами. Поэтому
чтобы женщину эти понимали, баракаллаху фикум, да, Аллах субханаху ва тааля что говорит? Фас-салихату канитатун хафизатун лил гайби бима хафизаллах. Это уже успокаивает жену. Если женщина, у ней есть кое-какие там несправедливость есть, или во внутри ее здесь кое-какие там высокомерие есть, да, начинают некоторые женщины там наезжать на мужа, например, я дома лучше тебе жил, мне постоянно у нас дома был мясо, например, я такую одежду, которую ты покупаешь, я в жизни не одевала. Это бывают такие, понимаете, баракаллаху. Поэтому такие жалобы от праведной женщины не бывают. Поэтому Аллах Субхану ва тааля говорит, фас-салихату, праведные женщины, какие качества имеют праведные женщины, а? Что делают? Покорные они. И хранят то, что положено хранить. Бима хафидаллах. В отсутствии мужей, то есть когда муж нету, они что делают? Будут сохранять его как аманат. Без разрешения мужа ничего не делают, ничего лишнего не делают. Понимаете? Благодаря заботе Аллаха. Это тоже благодаря заботе Аллаха. Аллах дает, значит, инсаф. Аллах, субхану ва тааля, дает помощь такой женщине, которая в отсутствии мужа, она вела себя так, как она, он, скажем, присутствует дома. Понимаете? А то некоторые женщины, баракаллаху фикум, когда муж дома, 100% себе ведет, праведная жена, праведная женщина, все, там он начинает перед мужем там ухаживать, родители мужа и так далее, да. А когда муж надолго уедет, потом посмотрит и начинает жалобы, например, и так далее. Поэтому, баракаллаху фикум, праведные женщины, они покорны и хранят то, что положено хранить в отсутствии мужей, благодаря заботе Аллаха Субханаху ва тааля. Поэтому, баракаллаху фикум, побольше надо делать дуа, чтобы Аллах Субханаху ва тааля каждому, и мужчину, и женщину, он Субханаху ва тааля сам дал тауфик, помощь. Нам. Это был сура Ниса, 34. Второй, то, что благодаря которого мужчины, они имеют предпочтение, чем женщины, الولايه على المراه في عقد النكاح мужчины имеют опекунство или опекуном являются над женой или над женщиной во время бракосочетания اذ لا تكون هذه الولايه الا للرجال такое опекунство именно какую-то женщину да из близких например да замуж выдавать никто не имеет права потому что это опекунство только принадлежит такую особенностью только мужчине. Даже, баракаллаху фикум, если там никого нету из родственников, бывают такие случаи, что сестры мусульманки, там никого нету у них, там родители христиане и так далее, да, никого нету. Да? И то, баракаллаху фикум, нигде не сказано, что пусть сестра мусульманка другая выдает ее замуж. Такого нету, баракаллаху фикум. Да, нам. فَلَا تَتَوَلَّ الْمَرْأَةُ عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَى نَفْسِهَا Поэтому женщина не имеет права быть опекуном в бракосочетании даже на себе. Понимаете? وَلَا عَلَى غَيْرِهَا И само собой на другой тоже не имеет права она быть опекуном. Это что указывает? Это любую женщину спрашивайте, если там она в исламе и немного хорошо знает об исламе, она знает, что ее замуж отдал либо отец, например, либо брат, либо какой-то близкий мужчина. Никогда не было такие случаи, что мама отдала или там тетя отдала, то есть женщине. Понимаете? Это что указывает? Это указывает, что благодаря вот это опекунство Аллах Субхану ва тааля мужчинам дал предпочтение. Третье то, что шейх говорит, тафзилу аз-закари аля аль-унса фил акика, даже в акика. Акика, знаете, да, когда ребенок родится, делает специальную жертву, баракаллаху фикум. Даже, говорит, во время совершения такого вида акика, в честь рождения ребенка, ребенок мужского пола имеет предпочтение, чем ребенок, который родился, значит, женщина, то есть женского пола, да? Ид юакку анил
غلام بشاتين وعن الجارية بشات واحدة. تكا говорит за мальчика говорит два овца режут, а за девушка один овец. Понятно, да? Одну барану. Да. Это что указывает? Здесь тоже есть такое предпочтение. Это не оскорбление, баракаллаху фикум. Это не унижение. Это просто указывает, что мужчина всегда имеет предпочтение. Это шариатский. Такой чисто шариат отдал. Понимаете? Да. Четвертое – это тафдилу дзакари аляль унса филь мираси. И также, баракаллаху фикум, шейх говорит, тафдилу дзакари, то есть мужской пол всегда имеет предпочтение, чем женского пола, даже во время наследства. Во время наследства. Фалил марати нисфу мираси раджули бинтан канат, ау ухтан, ау умман, ау зауджа. Женщина всегда получает половину мираса, то, что мужчина получает. То, что мужчина получает, этого размера его половину женщина получает. Не полностью, а половину. Будто она, значит, бинтан, девушка, например, да, или там, например, она сестра, или мать даже, или даже если жена. Понятно, да? Все, кто читает Коран, баракаллаху фикум, они все вот эти слова шейха знают, на какое основание взяты. Либо из Корана говорит шейх, либо из сунны пророка, саллаллаху алейхи ва аля алейхи ва саллям, эти слова. Пятый – это «ат-тафавуту фиддияти». Есть отличие, говорит, даже в «ад-дият». А что такое «ад-дият»? «Дият» – это выкуп за убийство. Понимаете, выкуп за убийство – тоже есть отличие, например, «Ид диету мар'ати аля нисфи мин диети ар-раджули». Потому что, говорит, выкуп за убийство женщины, говорит, это половина стоит, чем выкуп за убийство какой-то мужчины. Понимаете, баракаллаху фикум? То есть штраф у женщины там меньше, чем у мужчин. На, другими словами сказать. Шестое. «Юфаддалю раджулю аля мар'ати фи шахадати». И также, баракаллаху фикум, мужчина имеет еще предпочтение над женщиной даже во время свидетельства. Свидетельство, вы знаете, да, самый длинный аят, это сура Аль-Бакара находится, который называется Аят-ад-Дайн. Аят, который про долг идет, когда у кого-то долг просит и нам, каким образом надо долг попросить и как это завершается нам. Во время свидетельства все равно мужчина имеет предпочтение. Из шахадату раджули та'дилу, шахадату раджули та'дилу, шахадата мра'атайн. Потому что свидетельство одного мужчины это равно свидетельству две женщины. Ва хунака умурун ла тухбалу фиха шахадату мра'ати каль джинаяти. Еще там есть другие дела, в которых, например, никогда не будут принято свидетельство какой-то женщины, особенно каких делах? Как джинаяти. В делах, например, которые джинаят, это уголовные преступления. Уголовные преступления не будут принято свидетельство какой-либо женщины. Седьмое. وَمِنْهَا الْخِلَافَةُ وَالْإِمَارَةُ وَالْقَضَاءُ وَقِيَادَةُ الْجُيُوشِ وَتَدْبِيرُ أَمْرِ الْأُمَّةِ. Также сюда входит еще, что в том числе говорит, из женщин халиф никогда не был и не будет. Аль-имара амиром не был и не будет. Аль-када кади, да, тоже не был и не будет. Вакиадату джуюши, также, например, что? Руководитель какой-то армии, например, генерал, скажем, из женщин не бывает какой-то армию, чтобы она руководила, руководитель войска, например, да? Вот отбиру амриль уммати, никогда она не имеет права управлять дела, которые касаются весь умму ислама. Понимаете? فَهَذِهِ لِلْرِجَالِ وَعَلَيْهِمْ. Это принадлежит эти вещи или эти посты только мужчинам и их обязанности, говорит шейх. Да. وَسْمَيْ وَلِلْرِجَالِ أَنْ يُعَدِّدُ زَوْجَاتِ عَلَى أَرْبَعْ. Мужчины имеют право многоженства быть. То есть много женщин имеют право много жениться до четырех. Валяйся лин марати анта аддада азваж. Женщина не имеет права, что много мужей имеет. Баракаллаху фикум. Это тоже указывает о
о чем говорится, это о предпочтении мужчинам, да? وهذا التفضيل حتى في الآخرة, такое предпочтение даже бывает в ахирате, то есть в день Киямати Аллах Субхану ва Тааля, когда мужчинам и женщинам в раю место дает, там нету такое, что одна женщина имела несколько мужей, нам. И там тоже бывает для мужчин несколько и много жен больше, чем в мире, в этой дуне, баракаллаху фикум. Там времени не бывает, а то бывает так, что опять там про женщины. Там вообще другое. Здесь немного тяжело, баракаллаху фикум, женщинам. Нам. А там, иншаллах, никакие там ревности, это не бывает нам. وَلَوْ أَعْتَى الْإِسْلَامُ الْمَرْأَةَ حُقُوقًا أَكْثَرَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي افْتَرَضَهَا عَلَيْهَا وَلَوْ أَعْتَى الْإِسْلَامُ там, там должно быть «вَلَقَدْ». Нам. «وَلَقَدْ أَعْتَى» должно быть. Потому что не соответствует предложение. وَلَقَدْ أَعْتَى الْإِسْلَامُ الْمَرْأَةَ حُقُوقًا أَكْثَرَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ نعم الَّتِي افْتَرَضَهَا عَلَيْهَا. И поистине шейх говорит, ислам для женщин, для женщины отдал или одарял такие права, то есть она столько права имеет больше, чем обязанности, которые ей обязана или она обязана выполнять. То есть ее права больше, чем те обязанности, которые она должна выполнять. Понимаете, баракаллаху фикум? Просто эти женщины, которые есть среди мусульман такие женщины, которые они, может быть, знакомы со своими правами, но не знакомы по должным образом. Да. Может быть, баракаллаху фикум, они не знакомы аль-ваджибат, обязанности. Понимаете? Или некоторые женщины там, они знают свои обязанности, и это большинство случаев, и свои права не знают. Например, баракаллаху фикум. Например, жену надо обеспечивать жильем, да? Это женщины знают, да, наверное. И женщину надо, к правам женщины относятся еще что? Например, ей надо кормить, да? Ей надо. И еще одежду обеспечить, баракаллаху фикум, да, Бара? Теперь посмотрите. А помимо этого, вот эти хукук, права знают некоторые женщины, а обязанности не знают, понимаете? Когда говорят, что без разрешения мужа выйти за причастие, как это так? К маме нельзя, мой отец там тяжело болеет, мне нельзя? Нет, нельзя. Как это так? Видите, в таком случае обязательно бывает какой-то скандал, баракаллаху фикум. Поэтому, баракаллаху фикум, те женщины, которые собрались, и против них написана эта книга, баракаллаху фикум, они либо знакомы, значит, со своими правами, да, поэтому требуют свои права полностью, и помимо этого они не знакомы своими обязанностями. Или они свои обязанности знают, скорее всего, что очень много, оказывается, они обязанности иметь, должны выполнять перед мужем, перед этим, перед то, да, перед детьми, дома и так далее, да, а они не знакомы своими правами. Либо баракаллаху фикум с каждого понемногу знает, или вообще не знает, так как некоторые женщины. Понятно, да? Поэтому шейх говорит, что на самом деле ислам давал для женщин или отдал для женщин, говорит, такие права имеет она, в пользу ее это все. Это говорит больше, чем те обязанности, которые Аллах Субхану ва Тааля обязал женщину, чтобы выполнять эти обязанности. Фальваджибату сакилату. وَالشَّاقَةُ وَمِنْهَا مَا فِيهِ بَذْلُ الْمَالِ وَالنَّفْسِ فَإِنَّمَا فَرَضَهَا عَلَى الرِّجَالِ. А те тяжелые обязанности и трудные обязанности, в том числе, например, сюда входит, например, тяжелым обязанностям что входит? Например, израсходывают имущество и свою жизнь даже тратят на пути этого, да, денег зарабатывают, это найти, то найти, да, баракаллаху фикум. فَإِنَّمَا فَرَضَ. Таких тяжелых, говорит Аллах Субхану ва Тааля, обязал, да, аля ар-риджали, только над мужчинами. Понимаете, баракаллаху фикум? أَمَّا الْمَرْأَةُ فَهِيَ مَعْفُوَّةٌ عَنْهَا или مِنْهَا. А что касается женщины, то Аллах Субхану ва Тааля простил ее от такой тяжелой обязанности. То есть, значит, такой обязанность от нее снята.
فأي نظام في الماضي والحاضر يعطي المرأة مثل هذا العطاء؟ الشيخ задает такой вопрос этим женщинам и другим женщинам, баракаллаху фикум, и некоторым мужчинам тоже, которые там вместе с такими женщинами там голосуют, да? Говорит, что какая структура, говорит, да? Какой низам, говорит, какой, значит, закон, говорит, и в прошлое, и нынешнее, и, или настоящее время, говорит, одарил для женщины такое или подобное, такое дар, такой подарок, какой закон отдал? Иудейский закон разве отдал? Христианский закон разве отдал? Демократия разве давал такой закон, баракаллаху фикум, для этих женщин? Никакой закон не был, никакая структура не была и не будет, баракаллаху фикум. Понимаете? Это уже другая тема, начинается следующая. Фамин аль-ваджибати алейха. Теперь некоторые ваджиби, которые она обязана выполнять, они следующие. Это очень важно, баракаллаху фикум. Помимо права, свои вы должны женщине или братья мусульмане, это вам тоже касается, вы должны перевести или объяснить хорошими словами, мудрыми словами для своей жены и сестры и нам. И даже для родителей тоже можно сказать, нам. Вот эти обязанности надо изучать. Их немного, хотя здесь очень мало упомянуто. فمن الواجبات عليها من это للتبعيد. То грамматику знает, это означает бааду. То есть некоторые обязанности женщины, они следующие. طاعة زوجها في غير معصية الله. Ей необходимо подчиняться, повиноваться мужа во всем, кроме в греховные поступки. Если, например, скажем, муж говорит, что, не дай Аллах, говорит, что принеси, купи для меня водку или там в холодильнике. Вообще-то не должно быть у мусульман там в холодильник такие харами. Бывают такие жесткие, такие сумасшедшие мужики. То есть есть, говорит, коньяк принеси, говорит. Она имеет право, говорит, что я не буду принести. Понимаете, баракаллаху фикум. Если даже муж говорит, что включи телевизор, я хочу новости посмотреть, она имеет право не включать. Почему? Потому что телевизор харам, баракаллаху фикум. Телевизор включит, телевизор дома имеет, это ослушение Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому она имеет право не включать телевизор, баракаллаху фикум. Ва хакку ар-раджули 'алейха а'заму мин хаққи абавайха. Права муж над женой это великие или сами больше, чем права ее родителей. Понимаете? Родители говорят, например, домой приезжай, муж говорит, что нет, не идешь. Она должна мужа слушать, если баракаллаху фикум в этом нету греховный поступок, баракаллаху фикум. Иногда бывают такие мужья, баракаллаху фикум, они нарушают права жены, права, значит, Аллах субхану ва тааля, много греховных поступок делает, и родители жены что делают, видят, что вообще жизнь дочь ужасно пройдет, и они имеют право позвать дочку, что остав в этот момент, она имеет право, только именно в этот греховный поступок со стороны мужа, она имеет право слушать родителей свои. На. Второе, то, что ей необходимо выполнять, это обязанность как фард, риаяту аль-байти валь-усрати, домашняя забота и семейная забота. Понимаете? На самом деле, баракаллаху фикум, чистота дом, чистота одежды детей и жена и ее самой там одежды, баракаллаху фикум. Также, баракаллаху фикум, тайна, да, тайна семьи и так далее, баракаллаху фикум. Все домашняя забота это ее обязанности. Нам. Валь-мар'ату ра'иятун фи байти зауджиха. Пророк, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, говорит, что женщина наподобие, говорит, пастух в доме своего мужа. «Ва мас'улятун ан ра'ияти», она тоже отвечает или несет ответственность за свои паствы. Понятно, да, баракаллаху фикум? Поэтому, баракаллаху фикум, необходимо... Почему пророк, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, мужчинам говорит, что «Алейка бидати дин, выбирай религиозную». Да? Потому что ты не пожалеешь, баракаллаху фик. Поэтому для того, чтобы иметь праведные детей, нам необходимо до появления детей, еще дети нету, еще ты не женился, тебе необходимо выбирать, искать, да, искать праведную жену, баракаллаху фик. Нам.
И родителей надо посмотреть там, и родственников надо посмотреть, и далеко, с близких надо спрашивать потом. А мы, мужики, что, увидим, что где-то там какая-то сестра мусульманка, сразу думаем, что машаллах, иншаллах, будет все хорошо. Тем более, если она хорошо умеет говорить, да, начиная слезы там, и плакать там, и так далее. Говорит, что меня выгнали из-за ислама, меня выгнали, значит, из-за хиджаба. Такие же сестры мусульманки, на совет Аллах Субханаху ва Тааля их на истинный путь. Таких сестер очень-очень много, особенно в России, баракаллаху фикум. Начиная с такими, там, вместо там слезы, там кровь плачут они, понимаете, баракаллаху фикум. Потом мы, мужики, сразу будем обмануты, начинаем потом все делать, сватать там и жениться. А потом посмотрите, никакое не за ислама там, да? А потом вам придется ее там за невыполнение норм шариата, там после столько давата, придется вам опять ее, что делать, выгнать. Потому что, если она не исправится, обязательно, баракаллаху фикум, остальные ваши жены, остальные ваши семьи, родственников испортят. Если даже, например, их не испортят, тебе испортят. Нам это... Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, что козн шайтан слабый, говорит. Инна кайда шайтани дуаиф. Козн, то есть, значит, хитрость шайтана, говорит, это слабый. А в суру Юсуф говорит, инна кайда кунна азим. А вы, женщины, говорит, ваши козн, ваши, значит, ваши, говорит, значит, приемы, или, скажем, ваши козни, ваши ловушки, говорит, величие, говорит, самые великие. Поэтому шайтан, когда не может человека охотить, только может, и он через женщину может охотиться. Понимаете, баракаллаху фикум? Да хранит нас Аллах Субхану ва Тааля от обоих там категорий нам, врага. Третье, то, что ей необходимо, «Алла тасума татауан илля би изних». Она не имеет права добровольный пост держать без разрешения мужа. Понимаете, она должна уже заранее говорить, что муж, я завтра намереваюсь держать пост. Понимаете, баракаллаху фикум? Ночью надо уже говорить, понимаете? Надо ей договориться, что я завтра хочу, в понедельник завтра, скажем, или завтра четверг хочу держать пост. Можно мне, да? Или даже, баракаллаху фикум, если она без разрешения держала пост, и муж... что-то, если требует от нее, она должна нарушать свой пост, баракаллаху фикум. Нам. Это все обязанность, понимаете, баракаллаху фикум. Это добровольный пост, баракаллаху фикум, а добровольные действия, понимаете, баракаллаху фикум. А обязанность мужа, это, или скажем, подчинение мужа, это является еще выше, чем этого поста. Нам. Четвертый. «Ва алля та'дана ли ахадин фи байтихи илля би изни». То есть, она не имеет права разрешать кого-то в его доме. То есть без разрешения мужа он, и, то есть она не имеет права, значит, пустить домой. Там это брат, муж был, я вынужден была дверь открыть. Нет. Категорически запрещается. Даже родного брата она не имеет права, когда дома никого нету, пустить. «Илля би изнихи». Кроме через его разрешение. Даже если он разрешает, говорит, что я потом иду, я по дороге иду, пока ты дверь открой, говорит, пусть брат мой заходит, отдельно сидит, нельзя, харам, баракаллаху фикум. Субханаллах, это сейчас речь идет о родного брата. Здесь такие случаи были в Египте, два талиба, один женат, другой не женат. Это не женат из азхарской там, школы, там возвращается гости к этому брату, и дверь стучит, там жена говорит, что муж нету, а потом, значит, жена звонит мужу, говорит, что ты где находишься, говоришь, я через полчаса дома буду, откроет дверь, говорит, пусть брат заходит и сидит. И эта глупая женщина тоже, да? Дверь откроет, там и заходит этот брат. Хотя никаких там это ничего не было, альхамдулилля. Но все равно, баракаллаху фикум, это нарушение. А потом, это окажется, несколько раз такие случаи были. Понимаете, баракаллаху фикум? Это я вам говорю не с воздуха. Понимаете, я не сочиняю какую-то легенду, баракаллаху фикум. Нам. Я не буду говорить, что я не с какого народа. Понимаете, баракаллаху фикум? Нам. И это окажется, несколько раз были такие случаи, да?
и однажды там опять раньше придет, привыкает, понимаете, шайтан так делает, чтобы человек в харам привыкал. И подойдет домой, опять стучит дверь, а жена говорит, что ваш брат нету, говорит, он еще не пришел со школы, там с института, нам. А потом опять звонит, а он говорит, что ничего страшного, дверь открой, пусть сидит там. Хотя у них там маленький мальчик, 5-летний там мальчик был, этого мальчика можно там в любое время там какой-то шоколад покупать, говорит, потом, как говорят, потом можно его отпустить домой, если какое-то плохое намерение имеет, понимаете? И в этот момент и другой из его, этого брата муслима, женатого, один родственник, там близкий родственник, еще более об исламе знающий, подойдет. И, значит, дверь стучит там, они дверь откроют, жена заходит к жене, и этот брат заходит в другая комната, сидит чужой человек. А ты что сделал? Я же брат, жену разрешал, я зашел. И до такой степени скандал был, баракаллаху фикум, они ножом друг друга чуть не убили, понимаете? Потому что это нарушение. Понимаете, баракаллаху? Мы не говорим, что его родственник ножом ударил этому человеку, он был прав. Нет, он тоже не прав, но... Кто первый стал причиной этого преступления? Нам. Поэтому это шариат, все это сосредоточено, все это значит так сделано, значит, если нарушат это, какой-то неприятности будут, если не сейчас, но потом будут. Нам. وَأَلَّا تَأْذَنَ لِيَحَدٍ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ Нам. Пятый. وَأَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ Ей нельзя выходить из дома, из дома выходить нельзя без его разрешения. Понимаете, баракаллаху фикум? Это очень важно, баракаллаху фикум. Некоторые женщины, особенно те женщины, которые они однажды были там в разводе у них, да, а второе, они во время, после развода ходят там несколько лет, там свободно, какой универмаг надо, какой ЦУМ нужен, какой рынок там, ходят без разрешения, да? И когда сразу замуж выходит за брата муслима, когда брат говорит, что теперь, дорогая, запрещается выйти. Как запрещается? Я задыхаюсь, я умру, я без работы не могу сидеть, я хочу сама собственную труд, я где, хотя женщины там работают туда, это глупость, понимаете, баракаллаху фикум. Все, тебе шариат говорит, дома сиди, воспитай себе, воспитай детей и так далее. Понимаете? А потом она говорит, что нет, я не привыкла. Таких женщин, которые не хотят, надо так делать там, мудрыми словами, там, чтобы привыкнуть. Если не привыкает, то надо дверь открывать, чтобы она побыстрее вышла, баракаллаху фикум. Иначе, баракаллаху фикум, она такое делает с вас. Потом вы даюсу будете, потом домой возвращаетесь, дома нету, а где жена? А куда-то ходит, к родственникам и так далее, нам. Шестое то, что ей необходимо, ан тахфазаху фи динихи ва ардихи. Ей необходимо сохранять, защищать его честь и его религию. Понимаете, баракаллаху фикум? То есть, ей необходимо до такой степени соблюдать права мужа, значит, честь мужа, религию мужа, чтобы не опозорить. Почему здесь религия упомянута, баракаллаху фикум? Иногда бывает так, что баракаллаху фикум мужчина про религию где-то рассказывает, да? В религии так сказано, в религии так должно быть, да? И раз оказывается ее жена вообще далека от религии, понимаете? Значит, он сам говорит одно, а его жена оказывается против религии мужа выступает или говорит. И также честь, баракаллаху фикум, чтобы там она из числа. Есть такие мужчины, баракаллаху фикум, например, с семьей куда-то идут, да, а потом приглашают семью, брата муслима там с семьей, они приезжают, и потом, субханаллах, когда они уходят через два дня, уже посмотрите характер вашей жены, вообще по-другому стала. Не то разговаривает, криво разговаривает, да, косо смотрит. А что случилось, говорите супругу? Потом говорю, что окажется, вот этот брат муслим, который мы вчера их приглашали, они каждый месяц с детьми вместе они идут, значит, в цирк идут. А мы сидим дома. Они каждый, например, два недели в зоопарк идут. Ла хавла ва ла куввата илля биллях. Вот, посмотрите, такого мало бывает, что ты приглашаешь брат муслима, и когда уходит, жена
говорит, что Маша Аллах, хороший брат, оказывается, его жена. Его жена очень хорошая женщина. Оказывается, она нам говорит, что мы в такой месте, там одна сестра мусульманка учит нас уроки. Оказывается, в хадисе так сказано, в Коране так сказано, таких очень мало, баракаллаху фикум. Поэтому и жене необходимо сохранять мужа, его религию, его честь нам. وهناك حقوق أخرى له عليها. Понимаете, и там есть еще другие права в пользу ей, говорит, и ей необходимо их выполнять, говорит. Здесь коротко сказано, понимаете? Нам.